Друзья, всем привет! Сегодня у нас 30 число, завтра уже начинается зима, но здесь зимы как таковой и не будет, потому что у нас сегодня опять жарко, до 28 градусов. Сходили мы в Меркадону и сходили в овощной магазин и в Хипердина. Что купили? Значит, все показываю. Очень хорошее мяско, которое стоит всего 4,06. 4,06 стоит мясо. Здесь у нас этого мяса свининка. Сейчас скажу, сколько грамм. Так, сколько грамм. Ну, здесь кило 83. За кило 83 4,05. 4 евро 0,5. Это свининка с такой косточкой. Супер, просто на борщ. Сегодня борщ готовлю. Так, это мякоть такая хорошая, тоже свиная. И всего-навсего 682 грамма. Стоит 3,38. 682 грамма мякоти. 3,38. Видите, да? 3,38 стоит мякоть. Дальше. Ната фреша. Ната фреша я сегодня взял 4 баночки. Буду делать торт. И у меня на канале сегодня выйдет торт Тейде. Вот, по 0,95. Это сметана. Очень вкусная сметана. 200 мл, 30% жирности она. 4 упаковочки взял. 4 упаковочки. Дальше что? Конденс мильк. Конденс мильк стоит 0,85 евроцента. Вот. Вот такой конденс мильк. Такая же баночка, как и в России, и в Украине. Она 397 грамм. Стоит 0,85. Масло. 2 евро 60 стоит. Это ирландское масло 250 грамм. Оно немножко подсоленное. Мне нравится оно очень. Дальше. Это чернослив. Чернослив. Чернослив стоит, сейчас скажу сколько. Это самехас. Так. Наранья. 2,60 стоит. 2,60. Дальше. Орехи стоят тоже 2,60. Это грецкий орех, очищенный уже. Теперь, вот такая свекла консервированная, она пойдет мне сегодня на борщ. Я взял 2 баночки, 0,75 евроцента. 0,75 евроцента. Дальше идем. Вот такой кокос. Кокос стоит... Кокос. 1 евро 0,5. 1 евро. Это стружка кокосовая. Маскарпоне. 4 евро стоит маскарпоне. Здесь... 0,5 килограмма маскарпоне. Буду тоже потом делать торт другой. Вот. Дальше. Вот такой сыр. Сыр опять козий. Козий сыр. Он стоит, сейчас скажу сколько. Так, козий сыр. 3,75. 3,75 стоит. Дальше идем. Значит, лук. Лук у нас 2 килограмма. 2 килограмма лука здесь стоит у нас 2,35. 2,35. Это дешевле, чем в овощном магазине. Вот такая капуста. Одну капусту я брал в овощном магазине. Она стоит килограмм 1 евро 40. И вот вторая тоже капусточка. Это я брал уже в Меркадоне. В Меркадоне тоже самая цена. Сахар от сука. Сахар здесь стоит 1 евро 0,5. Молочко. Молочко стоит 1 евро 7 евроцентов. Наранья. Так, вот такая вот водичка Orange стоит 0,75 евроцента. И томаты идут по 1 евро 59. Вот такие томатики идут. Значит, еще что я купил. Я купил 5 килограмм свежего. Собранных апельсин этого года, этого сезона. Значит, за 1 евро 5 евроцентов. Здесь 5 килограмм. Значит, получилось у меня 5,45. 5 килограмм. 5,45 получилось. Так, ну и перчик вот. Перчик тоже у нас, паприка. Он недорогой идет. И в целом получилось у меня на 40 евро 28.
40 евро 28 центов получилось. И мяско у нас все получилось, значит, это отдельно мясо. 3,38 и здесь 4,06. Вот такие покупочки. 50, где-то получилось на 50, меньше, чем на 50 евро. Но накуплено вкусно и много всего. Сегодня на канале у меня будет торт Тейде. Дальше я буду делать ленивые голубцы и буду делать борщ. Борщ я снимать не буду, у меня борщ уже на канале есть. А вот ленивые голубцы и торт, наверное, я сниму на канал. Все оставайтесь живы, здоровы, не забывайте ставить лайки. Приходите, подписывайтесь, внизу нажимайте на колокольчик. Всем хорошего дня и всем пока-пока.